Приветствую вас. Довольно бичевая получилась история, я бы сказал. И в ней, конечно, больше вопросов, чем, наверное, ответ. Вы знаете, я прочитал вот ваше сообщение и, значит, вы спрашиваете нас, а не знаете, как правильно поступить? А забыть, уйти, оставить, всячески игнорировать его? Или же есть какой-то способ уже сломать его выпендрёж? Или же ему на меня уже все равно, спрашиваете вы? Пожалуй, в том, что вы спрашиваете про выпендрёж, я соглашусь с коллегой, которая ответила вам. На момент записи этого ответа у вас был только один комментарий к вашему сообщению. И, соответственно, в этом я соглашусь с коллегой. Ибо да, действительно, выпендрёж мужчины преодолеть, хотя и теоретически можно, гипотетически возможно, но все же это будет сложно для вас, потому что вот у меня сложилось такое ощущение, что молодой человек, ваш молодой человек, он вот, знаете, может как ребенок немного, может как-то еще, он просто-напросто, знаете, боится серьезных отношений. Потому что, ну, вот когда вы встречались вначале, вы пишете, вы встречались, у нас вроде все было хорошо, ходили в автошколу, а потом по глупости расстались. Вот тот же момент. Момент какой? Что это за глупость? То есть вот вы говорите, по глупости. Хорошо. Но вы не раскрываете суть этой глупости. Когда вы говорите такую фразу, что вот мы расстались по глупости, всегда есть определенный риск. И этот риск я постараюсь вам объяснить. То, что для вас может быть глупостью, для мужчины вполне может быть важным. И то, что вы считаете, позиционируете как глупое, вот что-то глупое, да, для молодого человека может быть очень важно. И вы рискуете здесь, по сути дела, обесценить его какие-то, ну, может быть, переживания, его чувства, да, его некие вот стремления, его желания и вообще его, я бы даже сказал, может быть, некие представления о том, кто он для вас и что вы для него представляете. Вот я думаю, что в этом заключается ваша, ну, первая, я бы сказал, ошибка, по моему мнению. Ошибка заключается в том, что вы считаете это глупостью, то, что вы тогда расстались. На самом деле, если расстались, значит, это не такая уж и глупость, а вообще-то говоря, важный момент. Если вы расстались, либо для мужчины это было важно, либо он искал повода, чтобы с вами расстаться. И ничего серьезного к вам он не испытывал. Дальше.
Следующий момент, который вы пишете, значит, после расставания мы через месяц возобновили общение. И далее вы пишете, что у вас в отместку появился молодой человек. Простите, а что заставило вас мстить своему первоначальному молодому человеку, своему первоначальному парню? Что заставило вас ему мстить? Для чего вы вообще начали ему мстить? Что вы хотели, например, доказать? Что вы хотели показать молодому человеку? Зачем вы мстить? Понимаете, на этот вопрос ответить нельзя, не имея представления о том, из-за чего вы расстались изначально. Понимаете, если вы расстались по непониманию друг друга, ну, то есть вот эта самая глупость, которая стала причиной вашего расставания, если вы расстались из-за непонимания друг друга, то вы, по сути дела, своей местью, ну, вполне вероятно, разрушили возможные отношения между вами. То есть, расстаются-то люди все, ну, это нормально. Когда люди расстаются. А вот в отместку, собственно говоря, в отместку заводят других молодых людей. Но это вот далеко не, не каждая женщина и ну, не каждый мужчина это делает. И если он это делает, то значит, к сожалению, ну, такому человеку доверять не очень-то и можно. И вот вы, получается, своему молодому человеку, желая отомстить, ну, собственно, показали, что вам нельзя доверять, действительно, показали, что вы можете легко человека предать, по крайней мере, по его мнению, так произошло. А если, значит, если действительно молодой человек вас использовал, то мстили вы, получается, себе. Не ему, а себе, если вы понимаете, о чем я говорю. И месть ваша направлена, ну, получается, на вас. То есть вы потратили свою энергию, которую вы использовали на месть, а по сути дела в туне, к сожалению. Значит, это вот то, что касается отместки. Далее. Время от времени вы писали своему бывшему молодому человеку, и вы гуляли. В тот же момент, а зачем вы ему писали? Если, как вы говорите, вы с ним расстались, если вы поругались, если у вас даже там другой мужчина появился, то зачем вы писали своему бывшему молодому человеку? Для чего? Какую цель вы преследовали? Чего вы хотели этим добиться, получить с помощью этого? Тоже нужно вам на этот вопрос ответить, потому что непонятно. Если вы расстались, если у вас другой молодой человек, зачем вы писали бывшему? Получается, что этим вы
оскорбляли наших и своего настоящего молодого человека, с которым у вас на тот момент были отношения, и получается, что бывшему молодому человеку вы тоже давали, ну, определенную надежду, которая, как я понял, не сбылась. То есть мне здесь вот этот момент не ясен. То есть его нужно прояснять, потому что, ну, не хотелось бы лично мне увлекаться разными предположениями относительно вот как раз того, чего, ну, допустим, хотели бы вы, чего хотел бы молодой человек, ну и так далее. Далее. Дальше идет следующее. Вы пишете, значит, после ссоры с вашим уже новым молодым человеком, бывший привлек к вам внимание, но вы не давали ему шанса, потому что боялись повтора того, из-за чего вы с ним расстались в первый раз. То есть это было, вообще-то говоря, что-то серьезное. Но что вы нам не говорите, вы не поясняете, что именно. Помирились вы со своим новым молодым человеком, правда, ненадолго, но, в общем, своего бывшего вы оттолкнули. То есть помирились, получается, потому, что боялись сходиться с бывшим. То есть нового вы использовали как средство для того, чтобы оградить себя от бывшего. Далее. Через некоторое время молодой человек вам помог, когда вам было плохо. Хорошо. Вы пишете, мое спасение – это общение с ним, с бывшим. Он вам помогал, поддерживал, летом вы вернули свой город, вы встретились с бывшим, отдыхали в одной компании, и далее у вас произошел разговор, в котором молодой человек заявил вам о том, что у него есть к вам чувства, у него есть к вам влечение, у него есть к вам симпатия. Он хотел бы быть с вами, но он не может с вами быть. Это когда он сказал, что у вас нет ничего особенного, это не что иное, как защитный механизм, занижение ценности того, чего человек хочет, потому, ну, чтобы убедить себя в том, что это не нужно. И он говорит о том, что вам нельзя верить, потому что вы ему изменили. И вот здесь момент. Когда вы были уже с новым молодым человеком, изменяли ли вы своему бывшему? То есть, по сути, был ли факт измены? Ну, имеется в виду, что здесь? Имеется в виду, спали ли вы с новым молодым человеком? Потому что если да, то получается, что ваш бывший молодой человек прав. Он, получается, тогда прав в том, что говорит, что вы ему изменили, и он не хочет, как бы, ну, подбираться, как он говорит. И, к сожалению, здесь это его право, и я пока что не очень понимаю, где его выпендрешь. То есть да, он мог бы, конечно, быть более настойчивым в том, когда добивался вас. Это правда. Он мог быть более настойчивым. Это совершенно точно. Он не был, и, соответственно, вы, ну, сделали то, что сделали.
То есть он говорит ну, в общем и целом, вещь, которую нельзя назвать ложью. И вы поступали тоже в своем праве. То есть, ну, вы имеете полное право, например, не ждать его, да, потому что неизвестно, сколько это времени заняло бы. А вы имели право и хотели жить для себя, что вы, собственно, и делали. То есть здесь, ну, ничего такого, тоже нет. Ничего аномального, ничего конфликтного, ничего противоречивого. Далее вы пишете следующее. Значит, что на следующий день вы встречаетесь и очень хорошо с ним говорите, как с самым родным человеком. Позже вы разъехались, значит, по городам, и, прообщавшись неделю, поссорились, опять-таки, из-за чего поссорились, из-за чего у вас происходят эти ссоры, непонятно. Если вы, например, не хотите ссориться в принципе, то есть если вы хотите исключить ссоры из своего общения вообще с мужчинами, не только с бывшим молодым человеком, но и вообще с мужчинами, то можно постараться, например, поучиться бесконфликтному общению. Это довольно, знаете, увлекательный и интересный процесс. И если вы, ну, хотите, конечно, этого, если вас это интересует, можно это вполне сделать будет. Далее, значит, вы пишете, значит, мы общались месяц, и потом он приехал к вам в гости со своим другом, ваш одноклассник приехал как раз таки с бывшим. Ехали они далеко, чтобы приехать к вам. Ну, вы думаете, что это была инициатива бывшего, то есть молодой человек, в принципе, показал вам, что вы ему дороги, показал вам, что он, в общем-то, хотел бы с вами быть, хотел бы вас видеть, и он готов на, ну, определенного рода поступки, определенно, то есть на какие-то поступки, причем такие, знаете, не самые несерьезные, не самые такие вот пустяковые, я бы сказал, мужчина готов, чтобы с вами быть. Это можно воспринимать по-разному, можно воспринимать как угодно, но суть заключается в том, что он действительно готов. И это, ну, определенно, как минимум, это чего-то стоит. То есть, значит, это показатель. Это показатель отношения мужчины. То есть он именно так проявляет к вам свою симпатию и свое внимание. По-другому он, судя по всему, не умеет. Кстати, может быть, именно из-за этого вы разошлись, из-за того, что по-другому он не умеет. Далее. В общем, он накрывает вас одеялом, значит, прошло столько времени, пишете вы, общаемся мы, несмотря ни на что, наше общение, общение двух родных душ, мы не скрываем, что ревнуем и т.п., но наше общение безумное, мне тяжело общаться с ним как с другом, и ему чувствую тоже, но он кредит у нас ничего никогда не получит, так как ты меня предала. А как правильно поступить? Ну, во-первых, в этой ситуации, я думаю, решать, конечно же, вам. То есть, я бы не хотел
давать конкретных советов вам. Но давайте скажем вот что. Если вы чувствуете взаимную симпатию от молодого человека к вам, ну вот определенная симпатия есть, то вам стоит, ну, как минимум, попробовать. Как минимум попробовать что? Как минимум попробовать поговорить с ним. То есть инициировать, например, встречу и поговорить. Обсудить вопрос, например, связанный с предательством. И спросить у мужчины прямо. Он может вечно винить вас в том, что вы предали его, что вы поступили как-то плохо и так далее. Но это ни к чему хорошему, вообще-то говоря, не приведет совершенно. И если он хочет быть с вами, то имеет ли смысл, это вы задаете ему как бы вопрос, имеет ли смысл, лелеять вот эти вот обиды, которые у него определенно есть. Если вы хорошо, искренне, как вы говорите, общение у вас искренне, значит, проблем с этим быть не должно. Если вы искренне с мужчиной поговорите, если вы, воспользовавшись тем, что вы общаетесь вот так вот хорошо, как две родные души, ну, как вот вы говорите, то я думаю, вы сможете прийти к определенному решению и задать мужчине вопрос. А готов ли он вас простить? Если готов, то попробуйте построить отношения свои заново. Если не готов, ну что ж, тогда вам нужно идти дальше. И уже в этом случае, я полагаю, можно согласиться с моей коллегой, которая достаточно подробно расписывает вам вариант, при котором вы уходите и целиком и полностью изолируете себя от мужчин. В этом случае действовать нужно именно так. Что касается цигарки, то, видите ли, цигарка это такой житейский, если угодно, нативный психолог. Понятие нативный, то есть интуитивный здесь, это именно вот чисто такой житейский духовный психолог. Она увидела, что вас волнует, и надавила, естественно, именно на это. По-другому не могло и быть. И ее слова, они как бы на духовном-то уровне, они оправдываются. Я не думаю, что вы будете с этим спорить. Ты как бы сказала, что вы будете вместе. Она имела в виду, что у вас обоих друг другу есть чувства. И в этом она не обманула. Но для того, чтобы быть вместе, одних чувств, к сожалению, мало. Нужно еще уметь идти на уступки, нужно еще уметь решать конфликты, решать проблемы, ну и так далее. А у вас я как-то вот не увидел именно именно данного проявления, понимаете? Поэтому цигарка, она на духовном уровне, ну, скорее всего, была права. Только вам это никак не помогает в данном случае. Вне зависимости от того, была она права или нет, вам это не помогает с молодым человеком отношения, потому что если вы ничего сами
делать не будете, то откуда чего возьмется? Если вы сами ничего не будете предпринимать, если вы не будете извлекать никаких уроков, если вы не будете стремиться гармонизировать свои отношения с молодым человеком, откуда тогда может что взяться? Ниоткуда, к сожалению. Поэтому вы поймите, что может быть, была права гиганта. Но без вашего участия отношения вам не построят. И для начала я думаю, что вот важно вам все вот то, что я сказал, все вот это вам нужно разобрать, нужно проработать. Нужно для себя определить, чего вы хотите вообще. Если что-то есть молодому человеку, ну, глупо было бы не попробовать что-то построить. И вот попробовав уже серьезно поговорить, тогда уже решать. Я думаю так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.